Да? Слушаю. Да. Друзья мои, я не умею тосты говорить, поэтому давайте просто выпьем за заслуженное повышение. Такое редко бывает, но бывает. Вы подумать только. Подполковник. А что это, собственно, значит? Просто две звезды на погонах. Но главное, что? Чтобы эти звезды носил достойный человек. Правильно я говорю? Да? Давайте! За это выпьем! Ура! Пьем. Так. Все. Давай. Ну, вперед. А Исаак где? Если его пить не будет. Я сейчас съеду, съем. Свидетель. До этого только трупы были. Ребят, ну пошли уже, ему. Все налит дам. Сейчас, идем. Идем. Сейчас. Ты хочешь сказать, ты ошибся? 10 лет угробил. Мы только вернулись к нормальной жизни. Оставь это. Иса, мы же ждем. У нас же тост. Идем. Давай быстрее иди, да? Едешь? Нет никакой ее. Ну сколько можно? Тради нас, поверь. Нет вариантов. Я еду и точка. Так-то у меня нет вариантов. Подам на развод. Надо разобраться. Я вернусь. И мы поедем в горы. Там хорошо. Воздух все нет. Утром с рассветом. Солнце близко подходит. А внизу водопад. Будем жить все вместе. А сейчас пустим. Пусти.
Решила поймать попутку. Остановил гражданина на белой машине. Марку она точно не помнит. С виду вроде безобидный. Общался вежливо. По дороге она уснула. Проснулась, говорит, дом у леса, вокруг ни души. Вот тут она и заподозрила неладное. Товарищ Важняк, это что получается-то? Металл посадили. Ну и ее разрабатывали зря. Мы не сажаем. Суд сажает. Мы расследуем. И все сделали правильно. Тихо! Он меня ударил и выволок из машины за волосы. Навалился на меня. Стал землю в рот запихивать. Я защищалась, как могла. Попала ему затылком в лицо. Попыталась встать. Он нож мне воткнул в ногу. Чувствую холодное что-то и камень. Я его этим камнем ударил. И он вас не преследовал? Я не знаю. Я не оглядывалась. Так жить хотелось. Мне лицо ваше знакомо. Вы были на похоронах моей сестры. Опишите его, пожалуйста. Он высокий и худой. Глаза у него стеклянный. Итак, заходим с этой стороны. Так. Ставим внешнее окружение. Кинологи на подхвате. Напоминаю, преступник очень опасен. Официально огнестрельное оружие не зарегистрировано, но возможно наличие холодного. После задержания нужно будет прочесать участок с криминалистами. 3 года трупы не находили. Возможно, тут что-нибудь найдем. Савельич, у меня все. Да. Ну что, все слышали? Да. Ну, с Богом. Все, поехали. Иван Савельич. А. Ну что, по машинам? Да нет. Сограждане, товарищи, поступил приказ сдать автоматическое оружие. Я тебе что, закрыли? Закрыли! Товарищ Важняк, разрешите обратиться. Я под люку готов брать. Но мы же не волкодавы. Хочется иметь какой-то весомый аргумент, если он тебя ножиком пырнет. Товарищ капитан, предъяви свой аргумент. Хреновина спокойнее. Приказ не обсуждается, он мне живой нужен. Не хочу, чтобы у кого-то палец скользнул на спуск. Имя, фамилия? Андрей Валита Степанович. Читаем внимательно постановление. Не могу, не вижу ни шута. Морда, сука, оботри и читай.
команды не выпустим, гнида. Че ты скулишь? Скандал вышел. Тебя наградили, квартиру дали, а мы, получается, невиновных на пожизненное отправили. Вы же требовали версию. Я вам дал версию. Суд все принял и вынес приговор. Местные на прокуратуру дают крови, хотят твоей и моей. Допрашивать здесь буду. Лишние уши не нужны. Нас и так на вилах готовы вынести. Здесь надо решать все по-тихому, под мою ответственность. Конечно, под твою. Чтоб все трупы были закрыты. Чтоб никто в нас больше пальцем ткнуть не смел. Заверь, вас там Михаил Сергеевич зовет. Виталий, приветствую. Галина Ивановна. Наш гость из столицы направлен в помощь сдвинуть дело. Да, мы бы сами сдюжили, но наверху такие торопы. Но все-таки у Исы Валентиновича бесценный опыт. Шахматист взял? Да, я в курсе. И полномочия у товарища Исы самые широкие. Карт-бланш. Я читал распоряжение. Но, может, к делу? Это правильно. К делу. В уликах бардак. Часть важных вещдоков просрана. Версии на грани фантастики. Сатанисты и патенты, которые лечатся пайда женские матки. Подпольные хирурги-трансплантологи. А вы трупы видели? Что, хотите сказать, это нормальные люди делали? Человек один. Вменяемый настолько, чтобы не попасться. Мои люди работали как проклятые, без сна и выходных. И наработки кое-какие имеются, не только фантастические. Так что, товарищ Важняк, иди-ка ты Это вас послали. И знаете почему? 3 года у вас под носом множественное убийство. А вам духу не хватает, чтобы объединить их в одно производство. В работе следака самое страшное – это рутина. Копай, Важняк. Компромат нашел? Нет. Скорее, редкие кадры. Ясно, охранник Ир. Заходи. Повинны, значит, в делах твои. Почему не проявлены? Это ведь место преступления. Денег на проявку не давали. Говорят, он фотографий достаточно. Деньги найдем. Так а что за расчистка? Место освобождают для дела. Раскроем, вернем иконостас обратно.
Ну, это дня три. Завтра что были? Есть. С этого момента мы будем ходить на похороны каждой жертвы, чтобы помнить. Это не папка в деле, а человек. Изучил материалы по убийствам, полезного мало. Вот два тела, 79 и 80 год. Их еще нет в серии, надо отработать под новым углом. Шевчук, так ее не зарезали, ее удушили. Задушено, но рот забит грязью, низ живота разорван руками. Это наш убийца. Просто он не был готов, спонтанно действовал. О, Тарковский наш явился. Ну а что, зря он эти улики топтал. Хоть какая-то от него польза. Один раз в обморок упал, когда мертвяка увидел. Хорошо, ты что меня обмочил? За это убийство уже расстреляли виновного. Я тогда стажером фигачил, видел все, как мутилось. Хотели побыстрее дело закрыть. Короче, ее нашли в первых числах ноября 78-го. Журова Дарья. Гулящая была. Почему считаешь, что наши? Рот был забит, думали илом. Ее же из болота достали. Но потом эксперт отметил, что это на ил не похоже, скорее всего, земля. Да, тут главная спина. Наш пассажир, когда убивает, он бешеным становится, режет все подряд. И тут тоже вся спина в дырках. Потом лезвие в ране нашли. Личное впечатление от места драмы ценнее отчета криминалистов. Классный шмалял. Вместо табельного выдали. Голову выше? Действуем по нескольким направлениям. Первое. Отрабатываем всех входящих на учет сексуально озабоченных пациентов. Иван, составь запрос к уже диспансер. Есть. Присядь. Свидетели говорили про белый москвич. Ставим ГАИ по основным трассам. И нужны сотрудницы, переодетые у проституток. Патрулируем остановки автобусные. Операция будет называться «Заслон». Девять кол порезанных проникающих ран живота с повреждением тонкого и толстого отдела кишечника. Ты что, заучил, что ли? А левый? А, левый. Левый режет, правый узлы вяжет. Два из этих повреждений образованы в результате многократного погружения клинка с вращением вокруг оси под разными углами. Это ритуал. Возбуждение и разрядка. Такие раны повторяются. Им нравится это делать. Анонист? Имитирует половой акт. Возможно, импотент. Когда будешь делать запрос, диспансер, учти. Иван! Пошли. Фантазия о силе. Шахматист уже оставлял на мертвых детях обувь. Все думали, зачем. Висит в лесу голый пацан. Одежды на нем нет, а обувь есть. Оказалось, воспоминания из детства. У него на глазах машина сбила пионера. Тело затянуло под машину и сорвало с него одежду. А ботинки остались на ногах. Вот этот образ его возбуждал. Но это цена за успех. За всю свою цену. Thank you.
вы его нашли? Блефовал. Я напечатал в местной газете статью, что мы его поймали, и он оказался с диагнозом. Его задело. Он отправил в управление гневное письмо. Мы в лаборатории выявили присутствие специфического химиката. Он используется на химзаводах в производстве кислот. Ну, остальное просто. Я в четвертую палату. Сказал же, не буду. Не буду. Вот мужчина. Рот говорит одно, а глаза другое. Иди ко мне. Муж в больнице, она счастлива. Ты олух. Сейчас, сейчас. Позже приди. Ему выспаться нужно. Цыть, знать! Нашла медсестра. Ну куда? У тебя нельзя вставать. Уже будет. Пошли, Валь, потрещим. Что ж ты за осел такой? Никуда не денутся твои мертвяки. Труп нашли в лесополосе недалеко от станции сортировочной. Расчлененный. Но эксперты говорят, что наш. Труп где-то месяц. Неплохо сохранился из-за погоды. Отделом скинулись. С днюхой. Ждем же вас на рабочем месте. Не стоило, но спасибо. Да, операцию «Заслон» сворачивают. Говорят, что нет результатов. Еле удалось отстоять двух гайцов и дружинников на остановках. Нельзя сворачиваться, надо хотя бы полгода. Результат есть. Нет свежих трупов, значит, он нас заметил. Просто не сопротивляйся. Гражданка, вам русский язык устал. Товарищи, шаг назад. Следствие ведется. Еще, еще. Пришли на опознание. Не сейчас. Товарищ следователь, требую разрешения опознать тело. Сейчас это невозможно. Проводятся следственные мероприятия. Вы родственница? Можно сказать так, мать. Ну вот обождите. Сука! Моя девочка мертвая лежит! А он говорит, обождите! Чего обождать? Думаете, воскресенье? Ползайте тут! Щелкайте! Лучше бы ловили его! Лучше бы ловили его! Не затопчите. Фонарело. Почему ты тут работаешь? Детектив всегда любил. Потом решил с другом за компанию в ментуру поступать. Так и остался. Даже поначалу не понимал, зачем. Теперь понимаю. А вы? Мама моя пела в филармонии. Однажды мы с ней поссорились, застала меня сигаретой. Орала, что я слабовольный, не мужчина. Я разозлился и прожег дырку сигареты в ее концертном платье. Красное, красивое.
Потом украл велосипед у соседа. Хотел разбиться насмерть, чтобы она горевала. И вот несусь. Я вижу что-то красное в воде. Сразу понял, что это что-то страшное. Остановился. Подошел к берегу и стою. Это была она. Платье красное. Концертное. Не помню, как ее тело доставали. Вроде столько лет прошло, я всю того берега стоял. Теперь мы ей должны. И всем семьям, чтобы вот так больше никто не стоял. Нашли убийцу? Нет. Но если бы нашел, решал бы по-своему, без закона. Ты знаешь, что такое этрусская казнь? Нет. Тело убийцы и его жертву привязывали друг к другу и оставляли гнить заживо. И вот когда они оба чернели, их освобождали. Теперь они одно целое. Получалось, преступника наказывало его же деяние. По-моему, это справедливое наказание. Туфли я в себе оставил. Следов на быть красивой. В этом суть. Думал, может, от тебя толк будет. Веду одно дело. Много эпизодов. У убийцы фантазия тоже. Получше твоей. Мне надо понять его. Чеши принести. Ты никого понять не можешь. Даже себя. Я тебе не буду помогать. Будешь. Я понимаю, чего ты хочешь. Есть врач, лучший челюстно-лицевой хирург СССР. Готов провести операцию. Зачем? У меня вышка скоро. Не скоро. Может, год. Может, и три. Себя ты любишь. Так ты хоть на человека будешь похож. Я читал газету. Мясник. Ты ловишь их, но вы ошибаетесь. Вы ищете монстра, а он заурядный. В смысле? Не вляжется, не заметаешь язы. Если думаешь, что это ему не нужно. Ему просто везет, а вам нет. Все свободны. Прежде чем ключу, довожу до сведения. В психологии существует 5 этапов принятия неизбежного. На них буду строить допрос. Неизбежное – это что? Признание. У микрофона Иса Давидов, старший следователь по особо важным делам прокуратуры СССР. Веду допрос Андрея Степановича Валитей, подозреваемого в совершении с 1978 по 1991 годы 36 умышленных убийств женщин и подростков женского пола, сопряженных с изнасилованием, совершением развратных и садистических действий с их трупами,
Андрей Степанович, подтвердите ваше присутствие. Касательности к этому делу не имею. Уже задерживался органами, был отпущен. Я образцовый гражданин. Все, что здесь происходит, это бред, который недостоин нашей добросовестной милиции. Андрей Степанович, поскольку поле зрения вы к нам уже попадали, есть некоторые наработки. Хотелось бы уточнить некоторые детали. Про детство, к примеру. Трудное было детство. Ненормальное такое. Мать была тяжелым человеком? Ветеринаром работала. Отец пил. Она вкалывала. Орала на него, на меня. Неустойчивая была психикой. Била вас? Бывало, что и била. Родственники однажды велосипед подарили. Старый такой, ржавый весь, поломанный, с погнутыми спицами. Роскошь по тем временам. Но я все починил. Решил покататься, похвастаться всем. Похвастался. Шпани местный. Хотели у меня велик отнять. Я хилый был, но сразу не дался. Нет. Задницу мне надрали и в яму столкнули. Там колодец рыли, не закончили. Мать меня потом наругала за велик. Заставила в углу на горохе стоять. Я и стоял. Голый. Все время чувствую эту землю во рту. Скрипит, не вычистить. Через пару лет вашу мать парализовала. Инсульт. Почему вы скрыли ее состояние? Вы ей мстили? Мстил? А как же? В убийствах этих есть общий мотив. Рты жертв забиты землей. Это явно личная деталь. А у нас кого не ткни, у всех детство не сахар. Страна такая, что теперь все убийцы, что ли? Есть еще тип жертв вообще. Коренастые, широкой кости женщины. Девушки с короткими волосами. В основном такие. Вариации есть, но чаще такие. Никого не напоминает. Так вот, отвечая на ваш вопрос, я и крапивку делал. Кому? Матери. 2 недели. Отвел душу. Крапивку вы что, не знаете? Боишься, товарищ начальник. Умных книжек начитался. А все выдумки эти психические. Да я курице голову отрубить не могу. Дурно становится. А ты меня в убийцы записал. Я с вами на «ты» не переходил, товарищ Валита. И этот опрос. Держите себя в руках. Хватит. Не делайте так, пожалуйста. Звук неприятный. Карьера у вас занятная. Филолог. Преподавать начали только в 30. Почему? Подумал, с детьми буду лазить. С людьми не получалось. Дети в ПТУ? За глаза звали вас бильярдистом. Знал, что звали. Дети. Здесь есть заявление. Прятались в кустах, анонировали. Чушь. Так с женщинами не получалось, потому что на детей тянуло. Кто вам сказал? Вполне получалось. Жена ваша бывшая так и сказала. Импотентом был. Просто на нее не стоял. Ах, не стоял, значит. Вялый был, да?
Так, полозит, и то безуспешно. Это к делу не имеет отношения. Ну как же не имеет? Надо же мне разъяснить суть претензий свидетельницы. На детей стоял, значит. А баб боялся. Член узнает твою суть. Он не умеет притворяться приличным человеком. Какой ты, такой и член. Как они тебя там звали? Слабак? Хилый? Болтун? Бильярдист? Не получалось? Получалось, получалось! У меня все получалось! Бабы садистки! Твари, суки! Все из-за них! Гнев у нас праведный. Полюбуйтесь. Ваш сотрудник дебош устроил. О, хамрейв нашелся. Зажигал. Пожалуйста. Спасибо. Суп с котом. А как же деда зовут? Мама, расскажи. Есть такое место, где находятся детки, у которых родителей нет. Когда у твоего папы погибла мама, он туда и попал. И я там была, у меня тоже родителей не было. А что потом? Тихо. Ну, мам. Тихо. Потом? Потом мы подружились. Крепко. Были одни на всем белом свете. Потом за ним дед приехал, и мы тогда дали клятву. Что бы ни случилось, всегда быть вместе. Папа рассказывал, вы ножом ладонь резали. Давай спи. Мам, папа держит клятву. Ну, как ты думаешь? Вера Константиновна, кем работаете? Искусствовед. Училась в Москве. Теперь работаю тут, в музее. Не знал, что тут есть музей. Портреты вождей, пионеров, стахановцев. Ясно. Прям подвижничество из Москвы сюда. Статья за тунеядство. Ну, по-моему, вы не до конца встали на путь исправления. В этом ресторане трудовых доходов из музея не хватит. А меня пригласили. Культурно провести время. Драка с поножовщиной – это культурно? Я вела себя культурно. А что произошло? Я люблю говорить правду. Не все мужчины ведут себя достойно, когда слышат правду. Ваш коллега за меня заступился. Вы меня арестуете? Может, это и неплохая идея. В СИЗО женщины разные сидят. Думаете, вы прям отличаетесь от них? В смысле? Все продают себя ради выживания. Просто вас пока не ставили перед таким выбором.
Я сейчас тебе разогрею все. Я вижу вас здесь уже не первый раз. Хотел посмотреть на вас. Это плохо кончится. Всегда так. Вам будет стыдно, мне пусто. Стадии принятия неизбежного. Отрицание. Гнев. Торг. Депрессия. Принятие. Можем ходить кругами. Или сразу перейти к принятию. Помнишь ее? Держите его! Ты всегда главный. Сестра? Она у меня умная. И в мед поступила. Будучи хирург. Будет спасать людей и нормально жить. Не то, что я. И мы будем жить нормально. Вот поймаем его. Про
уши все. Уедем. Где-то дом есть в горах. Там хорошо. Солнце близко подходит. Внизу водопад. Поедешь? Вряд ли. Ты не сможешь бросить. Это лестница. И по этой лестнице тебе либо вверх, либо вниз. Сказал, брошу, значит, брошу. Ты поедешь? Это что за натюрморт? Результаты предварительной экспертизы. Лезвие к телам. Ножи твои. А что ножи? Обыкновенные, хозяйственные, по ГОСТу. Убийца бьет женщин по голове. Не добивает, чтобы мучились. Жертва падает на живот. Убийца наносит удар в спину. Переворачивает тело. Добивает жертву. И лозит в ранах ножом. Все женщины на этих фотографиях были убиты таким образом. Кроме одной. Одну единственную он расчленил. Нина Грибанова, узнаете? Работала с вами вместе на заводе. Не знаю. Наверное. Не помню. По признанию подруги Грибановой, у той был любовник. Я показал ей вашу фотографию. Вы встречались с Ниной пару месяцев. Летом 81-го. При обработке пола в ее квартире люминолом выявлено характерное для крови свечение. Ее убили и расчленили там. Это у нас торг такой. А торг вроде выгоду предполагает. А вы мне голову морочите. Ножи эти вытащили. Любовницу мою бывшую вспомнили. Ну, что у вас там еще-то есть? Отпечаток ботинка. 43-го размера. С прямым срезом каблука. Мы нашли у вас такой же. Так это, кажись, тоже 43-й. А Нинка была душевная. Мы с ней полюбовно расстанемся. Зачем тогда скрывать связь? Тогда незачем, получается. И торговаться тоже незачем. А я лучше петь буду. Смело мы в бой поедем! Савельич. Хочешь, нет? Сейчас. На что забились? На червонец. Разрешите поинтересоваться, а? Наш клиент. Что наш клиент? Плюгавин какой-то. Лох прям.
опытный, на живодер не похож. Дай сюда нож. Уберите эти карты отсюда. Дуреть начинает от безделья. Может, нам сюда потерпевшую привезти? Обождем. Тут ее слово против его. Ну, скажет, вот, мол, убийца, злодей, а он скажет, тёлку подобрал на остановке, хотел полюбовно, а она вдруг драться. Возрази, нет у нас ничего веского на него. И что делать? Раздобудь газет побольше, иди к нему и складывай самолетики. Тщательно проводи ногтями по сгибу. Чем больше сгибов, тем лучше. Зачем? Исполняй. Меня слушать. Я всем рассказать хочу шею свою про унижение, чтобы все знали. Мне врачи так и сказали. Ты больше женщина, чем мужчина. У тебя талия женская, и молоко к груди подступает. Меня в армии за мужика не считали. За сиськи дергали. Вот такие унижения, а я благородных кровей. Бей, хочешь, бей! Зря стараешься. Меняемый ты и жестокий. У меня нюх на таких, как ты. Эй, куда пошел? Это не вернет, и легче не станет. Смешно тебе, да? Людоед скалится. Разделяю, гражданочка, очень разделяю, но моя вина не доказана, поэтому я подозреваемый. Свидетельствуйте за жестокое обращение. Смотрю на вас, менты. А чем вы отличаетесь от него? Одно лицо! Пустите меня! Пустите! Дайте мне его! Дайте мне его! Дайте мне его! Сука!
Женщина, добрый день. Добрый день. Не могли бы вы открыть? Мы Григорьевой. А я вас ждала, касатики. Ну что ж, давайте вкратце. Чик. Советский человек дремучий, закомплексован в постели. Любая сексуальная перверсия – табу и клеймо. А ведь сколько форм агрессии можно скорректировать благодаря решению сексуальных проблем? Сексопатологи способны решить проблему агрессии в нашей стране. Ой, а ну-ка, осади, касатик. Азани! Все закономерно. Преступники отражают новые реалии, в которых мы живем. Новые реалии, новые методы преступления. И что ж такого нового в наших реалиях? Обесценивание жизни, системная жестокость, серийные убийцы. Серийные – это что, термин такой? Пожалуй. Таких убийц сложно связать с жертвами, у них отсутствует мотив, кроме желания убивать. И они почти неуловимы. Почти. Есть метод один, экспериментальный, мой личный. Можно составить перспективный портрет убийцы по его убийствам и использовать как лекало для отсева подозреваемых. Давайте попробуем. Покажи документ. Надо. Ой, пожалуйста. Доктор, я не очень понял про новые реалии. Как с ними связан тот буйный, которого мы видели в коридоре? Мирон. Пойдемте, пойдемте. Мы не знаем его настоящего имени, но это выдающийся пациент. Прошу вас. У него отсутствует своя личность. Пожалуйста. И он все время, так сказать, в поиске себя. Находит жертву, знакомится с ней поближе. И если жертва ему интересна, он проникается ей и становится ей. Он попал к нам из больницы, где работал в карете скорой помощи. Не будучи врачом, он успешно реанимировал людей. Он убил соседа по комнате и забрал его личность. А для укоренения личности окружил себя его вещами. Прочитал учебники по медицине. Его разоблачила родная сестра покойного. Стала бить, сломала Мирону руку, и он от болевого шока вышел из образа. Это же потрясающе! Полгода человек проработал в карете скорой помощи. Никто из коллег не заметил подмены. Ну, вот вам наши новые реалии. Владимирович, там столько дров наломали до нас. И дело нетипичное, но методы есть. Да знаю я твои методы. Докладывают. В СССР нет опыта поиска серийников. А тут по-хорошему будет сделать отдельное ведомство. Вам, значит, еще нужно каких-нибудь спецов пригласить, да? Технику, ну все как полагается, да? Я об этом и говорю. Совсем охренел! Вымесок. Слово-то какое придумал. Серийники. Вадим Юрьевич, я не в курсе про такие несчастные. Заткнись ты, дура! Ты мне кого насоветовала? Ваше дело уже на всесоюзный уровень вышло. А вы херней маетесь. Если бы вы не свернули спецоперацию и не отклонили запросы на новый, результат был бы... Это новый тип преступника. Убийца, он и есть убийца, в этом нет ничего нового. Я это дело просмотрел в общих чертах. Считаю, что ты отклонился от верного курса, так что упрощай. Вы еще раз изучите. Только так, чтобы не в общих чертах. Ты пока ведь выезжаешь на прошлых успехах.
Так что даю тебе на рабочую версию 3 месяца. Не нарой-ка мне виновного. Мало шансов. А знаешь, как бывает? Вот перетрудился товарищ и поплыл. Был такой хороший толковый работник. И вдруг оказался в психушке безвольным овощем. Жена рыдает, плачет, передачки ему носит. А он уже нахер никому не нужен. Со своими серийниками, профилями. Пошел вон. Заходи, Ваня. Давай, выпьем. У нас новый труп. В лесополосе у лесхоза. Собираю следственную группу, машин ждем. Поехали. В нашей стране правосудие – вопрос технический. И зависит от повестки. И что у нас на повестке? Гомосексуалисты душевно больны. Ты знаешь, езжай. Команда есть, так что действуйте. Ну, а как же первое впечатление от места драмы? В этом деле с меня достаточно впечатлений. У нас в отделе никто не врубался, что я за тобой пошел. Не знаю даже, как объяснить. Просто понял, что можно работать. По-другому, интересно можно. Цель появилась. И надо долбиться, не предавать принципы. Только системе все равно. Системе убийца не нужен. Бедомного подавай. Ну, а как твои слова, что мы должны теперь всем этим семьям? Забыл? Иди долбись, дятел. Значит, убийца вам не нужен. Вам виновного подавай. Чего уставился, а? Через 3 дня меня к стенке. Скучать будешь. Радоваться. Ну-ну. Сам позвал и хамишь. Нехорошо, товарищ следователь. Не надо, чтобы ты с одним человеком пообщался. Я по дружбе не работаю. Тем более ты мне кто угодно, но только не друг. И чего ты хочешь? Сука!
Записи вести не буду. И разговор будет без свидетелей. Все на выход. Конвой, на выход. Белыми хочу. Знаком с игрой? Наслышан. Значит, ты у нас белый и пушистый. А вы, собственно, кто будете? Специалист по дознанию. Я вешал детей. Но судить меня за это все равно, что наказывать тигра за то, что он жрет мясо. Знаешь, у тебя нет сердечной недостаточности. Когда ты этого заслуживаешь, я тебя травлю. Подсыпаю тебе в термос кофе. Я фармацевт. Ты забыл? Я знаю, как это сделать. Чтобы не убить. На этот раз надо было тебя убить. Ты тонешь и тащишь нас за собой. Трус. Трус. Вот так. Ну, а в смысле? Разве это удачный ход? Шахматы — это не игра на удачу. Это игра на стратегию. Я именно так себе его и представлял. Он похож на убийцу. Он признался? Ты жаждешь услышать, да, но он не признался. С ним что-то не так. Он выиграл у меня. А это невозможно. Словно и со своей тенью играл. Он убивал и не единожды, да? Мне нужны улики, а не догадки. Я знаю, что он убивал. Ты изменился. Сейчас бы ты меня не поймал. Ты в отчаянии. Ты теперь не охотник. Ты зверь. Загнанный. А ты мертвец с гонором. Ай, товар! Стоять! Повисим! Полетаем! Повисим! Иди сюда! Если ты хочешь к нему подобраться, пообещай ему невменяемость. Пообещай, что это не вышка. Он трус. Откуда тебе знать? Да все мы такие. Все отдадим за возможность выжить. Скажи мне правду.
когда-нибудь кого-нибудь любил? Да. Меня? Не уходи! Не бросай! Нет, не бросай! Не бросай меня! Я тебя не отпущу! Ты мой, слышишь? Ты слышишь? Ты мой! Что за бред? Я отпущу Надя, тебя! Надя, встань немедленно! Никуда! Нет! Я отпущу! Нет! Не уходи! Не стыдно же! Что с тобой? Успокойся. Успокойся. Что такое? Что случилось? Ты что? Стой! Стой, сука! Стой, говорю! Выходи из машины! Выходи из машины! Выходи из машины! Выходи! Артур! Стреляли с расстояния приличного. Савельич, надо выяснить, кто. Ну, это не наш. Ручаюсь, всех обезоружили. Ищи, кто пальнул. Будь начеку и людям скажи. Хорошо. Дело делаю. Версии предлагаю. Ну? Обнаружено новое тело. Подозреваемый тут. Тела появляются. Как такое может? Потому что их двое! У него брат-близнец! Он мне сам сказал! Поэтому левша и правша! Вот как. Да ты поранился.
Тесник. Ну ничего, вылечим лапку твою. Садись здесь. Глупость какая-то. А давайте, может быть, пешком пойдем. Я тоже пойду. Подсобить, товарищ? И да, будьте любезны, а то вот неудобно получилось. Девушку обещал подвезти. Вижу, девушка. Надо же машину разгрузить, правильно? Выйдите на минутку. Ты офигел? Ты мне обещал забрать до посадки в машину. Ну, что не было? Да нет. Глянь на него. Лох педальный. Врубай! Нет. Плотно сел. Есть в багажнике что-нибудь? Разрешите, я открою. Ага. Давай. Ну, дай я гляну. Убегает. Стоять! Ну чё? Я сказал тебе его отпустить. Не могу. Это он. Я чувствую. Выметайся из отдела, со мной ты больше не работаешь. Выметайся! Подожди! По профилю Григорьевой он подходит. В багажнике ножи и такие же веревки, как на трупах. Нога по размеру соответствует. Я кое-что нарыл в его прошлом. Посмотри ты дело! Кровь не подходит! У нас есть подозреваемый, который признался в части убийств. Его группа крови совпадает. С чем? С мнением начальства! Знаешь, почему этот идиот показания дает? Потому что он был среди зевак на месте убийств! Мой подозреваемый орудовал с братом. У брата диагноз в дурке сидел, знаешь за что? Живот бабе своими руками разодрал! Числится в бегах уже 6 лет! А ты шлюху на живца использовал! Допрос силовой, группа крови не совпадает! Не продолжать! Там этот... повесился. Пойдемте, пойдемте. Он живой нужен, живой! Поймаем его брата, и дело закрыто! Он наш единственный вариант. Сука! Если он сдохнет, вместо него сядешь!
Бабки гони. Приманка меня сделала, а с оплаты соскакиваешь? Вот такое ненадежное. Вот тебя и уволили. Ты я сам ушел. С музыкой. Зай, не пей больше, а? Тебе не идет. Ты молодой, есть еще другие работы, найдешь что-нибудь. Жив был художник один, он имел дом и колпы. Он актрису любил, ту, что любила цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кров, и на все деньги купил целое море цветов. Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. То влюблен, то влюблен, то влюблен, он всерьез. Своя жизнь для тебя превратит в цветы. Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. То влюблен, то влюблен, то влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Севастьянов, ты где? Вот там. О, похмеляться будем. Вставай. Прогуляться надо. Прости, Светик. Не бери в голову, товарищ Важняк. Я знаю, кто убил. Рассчитаюсь. Ага. У твоего алиби есть. В командировке был. А у тебя как с алиби? Это у близнецов своих спроси. Или вот у нее. Расскажет. Свободен. Ты спрашивал, что у меня есть на тебя. Труп моего сотрудника и попытка побега. Получается, все равно сядешь. Получается. А че бежал? Ты же не виновен. Просто состояние такое было. Затравленная. К части косвенных улик относятся также даты твоих командировок с работы, совпадающие с примерными датами убийств. Выжившая жертва, которая опознает тебя. И это. Рост 170 плюс 11 сантиметров. Возраст между 50
и 60 годами. Физически хорошо развит. Образование высшее. Возможные места работы. Учитель, воспитатель интерната, ПТУ, школы или работник снабженческой организации. Внешне по поведению вполне обычный. Гетеросексуал. Труслив. Жертву выступает в качестве символических объектов, на которых он вымещает обиды, перенесенные в детстве и в зрелом возрасте. Имеет место половая дисфункция. Многочисленные ножевые ранения наносит, чтобы таким образом проникнуть в жертву. Лезвие ножа выполняет при этом роль полового члена. Заполнение рта жертвы грязью имеет своеобразный ритуальный характер. Может на время перестать убивать, если почувствует опасность. Но не остановится сам, пока не будет пойман или не умрет. Преступник осознает, что делает. Однако его необходимо признать ограниченно вменяемым. Это означает возможность принудительного лечения. Андрей Степанович, все просто. В случае, если ты признаешь вину, я буду содействовать признанию тебя ограниченно вменяемым и назначу лечение. В случае отказа я предъявлю свидетеля. Она тебя опознает. На ней остались следы крови напавшего. Группа совпадает с твоей. Плюс мой погибший сотрудник. Я добьюсь высшей меры. Расстрел. Нет. Посмотри мне в глаза, отвечай быстро, ты их убил? Нет! Ты не любишь женщин? Они суки! Отвечай, да или нет? Ты злишься на них? Да! Ты хочешь их наказать? Да! Ты жалеешь об этом? Да! Но ты не виноват. Это желание невозможно подавить, это как болезнь. Да! Ты наказал этих женщин? Наказывал? Да! Да! Убил! Пиши! Я, Валита Андрей Степанович, 1936 года рождения, проживающий по адресу. Пиши адрес прописки. Я не помню. Пропусти. Дальше. Полностью признаю себя виновным в совершении изложенных в постановлении преступлений. Дальше своими словами, что раскаиваешься и хочешь всеми силами содействовать следствию. Подпись. Дата. Потом проведем опознание. А дальше? Допросы. Следственные эксперименты. Суд. Лечение. Чё встал-то? Одевайся давай! Стоит. Вы единственная, кто видел его действия и выжил. Вы должны быть уверены. Вы и ваше тело – доказательство его вины. Не торопитесь. Thank you.
сволочь, а? Тихо, тихо. Помнишь, как мучил ее, как убивал ее? Успокойтесь. Тварь! Успокойтесь. Тварь! Тварь! Тихо, тихо. Успокойтесь, успокойтесь. Тут такое дело, понимаете? Это не моя. Я не убивал. Уводи ее! Что значит, эту не убивал? Кто-то другой убил. Своих я помню, а эту не мой тип. Грибанова тоже не твой тип. Говорю уже, эту не убивал. Лесополоса у сортировочной станции. Сентябрь 88-го. Удар по голове сзади. Два раза бил. Рот забил грязью. Ножом ее выковыривал. Тело — это документы, на нем твоя подпись. Документы поделать можно. Кто-то особенный для тебя, да? Все возьмешь. За всех ответ. За нее тоже. В этом и смысл. Все это ради нее. Ради нее. Ради нее! Thank you.
Следствие будет проведено по всей форме. Дотошному по каждому телу допрошу. Зачем? Для потомков. Нечего мне им сказать. Твоим потомкам. Показания получены под пыткой. Что? Не умеешь на меня. Кишка танка. Тяжелое было детство. Мать ветеринаром работала. Отец пил. Мама вкалывала. Орала на него, на меня. Она неустойчивая психикой была. Желание кончить затмило все. Трясло. Хотелось любым путем совершить это, словно дыра внутри. Грязь это... Я бабам этим ее в глотку запихиваю. Месть такая. Я после убийства ножи под мойкой хранил. У меня было 3 костюма. Черный, серый, коричневый. В каждом тоже было по ножу, чтобы не перехватывать. День такой был еще у меня на производстве. Все унизили. Кому не лень. И мне кажется, что они вот кровать окружают. И все эти злюки по жизни, они всеми словами меня обзывают. Какими можно только. И я взбеленился. Я ее раздевать стал. У меня не стоит. А ее вдруг на смех пробило. Ржать начала. Мне доктора говорили... Ты больше женщина, чем мужчина. У тебя талия высокая, молоко подступает. Меня трясло всего. Я чукнул, повалил на землю. Потом стал бить ножом. Хотелось разорвать ее зубами. Кажется, даже укусил. Я, как это сказать, считал сбитые вражеские самолеты. Помню каждую, да. Получили они за мои унижения. Что теперь будет? Я все рассказал. Ты как думаешь? Ну, надо меня передать властям. Меня лечить надо, а не убивать. Я не виноват. Это болезнь такая. Ты не больной. И убивать тебе нравится. Трофеи вон собираешь. Я тебя поймал. Я тебя и накажу. Thank you.
Чё встал, аптечку неси. Чё? Аптечку неси. Тихо, 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 тихо. Защищался. Он признался. Мы его все-таки взяли. Неси пиджак, отдай. Место готовься. Коль, перехватывай. Камраева подвинь. Разрешите. Поедемся. Все закончилось, что тут еще ловить-то? Савельич, ты езжай. Мне надо побыть тут еще немного. Мысли собрать. Опечататься полагается. Ну, раз полагается, давай. Моя фамилия Хамраев, я занимаюсь делом вашей сестры. Верка! Про мясников слышали, наверное. Два брата убийцы. Одного мы поймали, второго вот ищем. Стрекоза. Вашу сестру нашли вчера в лесополосе. Примите соболезнования. Мы приехали по месту жительства жертвы, и там обнаружили вас. Видела ее тело на кухне. Все в крови. А у вас в районе банда орудует, ворует. Ну вот вы и попали под раздачу. Я знаю, что я видела. Вы это видели?
Меня как-то на задержание тюкнули прикладом по башке. Мне мама покойница привиделась. Всякое бывает. А я вас хотел спросить. Вы когда последний раз свою сестру видели? Может, полгода назад она ко мне приезжала. Я в другом городе учусь. Ваша сестра гулящая была? Почему вы такие вещи говорите? Беременная, не замужем. Так вы не в курсе. Мне жаль. Мне последние несколько лет был мужчина. Как зовут? Я не знаю. Я его не видела никогда. Она мало о нем рассказывала. Понятно. Любовница, значит. Может, еще что-нибудь вспомните? Я вам все сказала. Уходите. Ну, как знаете. Примите соболезнования. Капитан Тарасов, здрасте. Меня тут отправили на доследование. По делу вашей сестры есть нестыковки. Я пройду? Сочувствую, горе. Я ее видел один раз. Красивая женщина. Поэтому я стрекозал. Просто твоя сестра, она, ну как сказать, не вписывается. Обычно это бродяжки или гулящие. Она не гулящая, на нее просто наговаривали. Вы вообще ничего про нее не знаете. А у нее уже последние несколько лет был мужчина один. Серьезно, она просто его скрывала. Серьезный? Насколько? Вот настолько. Я знаю, что я видела. Стрекозу здесь убили. Я видела ее тело, я видела убийцу. Это он меня по голове ударил. И я узнала его на кладбище, его эти руки в ожогах. А Маша мне не верит. Я тогда сама со всем разберусь. Я в Москву поеду, в прокуратуру. Я всех достану и отомщу, понятно? Тебе не поверили здесь. Думаешь, поверят там? Я эту систему изнутри знаю. Петрусская посмертная. У них казнь была красивая. Преступника наказывало его ждение. Я звонила в управление, сотрудника Тарасова там нет. Кто ты? Севастьян. Иван. Я был следователем по этому делу 8 лет. Потом пришлось уйти.
Я убил его. Серийника настоящего больше нет. Веру убил другой человек. И я хочу его наказать. Нам нужны улики. Им проще спихнуть труп Веры на близнецов. Этой версии удобнее начальству. Я не патологоанатом. Я хирург. Я еще даже не закончила. Я помогу. Я знаю метод убийства. Нужно осмотреть ее тело. Найти зацепку. Так, нам надо это доделать, слышишь? Я не могу! Соберись! Я не могу! Надо! Удара два было. Видишь, один вдавленный внутрь. Во-вторых, как будто чем-то острым донесло. Блин, я так не делал. Он бил один раз, чтобы оглушить. Ему нужно было, чтобы жертва жила, мучилась. Он возбуждался от ее агонии. А здесь второй удар, чтобы добить. Что мне делать теперь? Если бы Вера на моем месте оказалась, она бы отомстила. Да, только по официальным путем ничего не добиться. Твои показания Иса обернет против тебя. Если он меня переживал и выпрямил с волчьим билетом, тебя пустого места не оставит. А системе все равно. Трупом больше, трупом меньше. Братьев посадят, все тела спишут на них, дело закроют. Иса ловко все обставил. Поймите, это серьезное спецучреждение, трудная, неблагодарная работа. У вас ни опыта, ни образования. Прошу, вы дайте мне шанс. Я на любую работу готова. Я хочу сменить специализацию на психиатрию. Взяла академ. Детство непростое, неправильное. Мать в деревне.
Родственники велик подарили старые, ржавые, спицы гнутые, по тем временам роскошь. Роскошь по тем временам. Я после убийства ножи под мойкой хранил. У меня было 3 костюма, черный, серый, коричневый. В каждом тоже было по ножу, чтобы не перехватывать. Еще несколько в багажнике держал. Помню каждый, да. Получили они за мое унижение. Расскажите о своем детстве. Трудное было детство. Ты главный свидетель. Придумаем тебе легенду. Как ты сбежала, как попала сюда. Это надо сделать. Иначе все впустую, слышишь? Версия с близнецами отлично подошла, да? А главное, как удачно, что на второго брата можно повесить труп Веры. Труп Веры. Я все продумал. И когда мы были готовы, Кира вывела тебя на Мирона. У Киры оставалась последняя задача. Она должна была показать фотографию сестры, чтобы выделить ее из массы других убитых. Но в списках жертв настоящего серийника не было Веры. Я ничего о ней ему не рассказывал. Поэтому и Мирона я тоже не узнал. Ну и что ж теперь? Ты убил Веру. Слушай, делай выбор. Ну, глупее. Развод это... Я разберусь тут.
Вот увидишь. И мы уедем. Я же обещал. Несчастный случай. У тебя кто-то есть? Нашла кого-то? Ты моя. Я тебя искал. Нашел. Пошлость какая. Стыдно. Значит так. Она хотела жене рассказать про нас. Я не мог бросить детей. Ну вот. Хоть что-то настоящее. Ты меня слышишь? Это что? Это что? Игра такая, да? Отпусти меня, я сказал, отпусти! Почему я должен за это платить? Я сам стольких убийц посадил. Я не убийца. У меня семья. Дети. Она ждала ребенка. В лесу она что-то говорила про это. В лесу? Она что, еще жива была? Пульс не прощупался. Кровище на полу было. Она в себя пришла, когда я ей воткнул нож в спину. Винтовку на пол. Бери канистру. Обливай. Ты ведь ее и своего ребенка убил. Ты это понимаешь? Надо в генеральную прокуратуру отправить. Вы же хотели. Это я тогда выпустил Мирона. Не хотел проверить, готов он или нет. Я стоял и наблюдал, как он тебя убивает. Только убей! Thank you.